Я живу на Староневском по адресу Невский 119. И мой дом, это долгая история, но одной стороной он выходит на Невский проспект, а другой стороной, где у меня как раз парадный вход, он выходит на Тележную улицу. И вот из этого окна, которое выходит на Тележную улицу, я вижу купола и крест Феодоровского собора. И так как я живу на 4-м этаже, то вот посередине улицы болтается желтый фонарь постоянно. И вот этот фонарь стал героем вот этого стихотворения. «По тусклых туч густая гарь, все ближе небо, уже, и желтым языком фонарь вылизывает лужи. Я в дом на Невском с детства вхож, я здесь свой парень в доску, под смех кирпичных красных рож, вся жизнь моя в полоску, на сердце грусть, тоска и хмарь, а он похож на грушу, мне желтым языком фонарь вылизывает душу».